Главврач Красноярского онкоцентра Андрей Модестов спас женщину в самолете. Это произошло в минувшую пятницу. Рейс вылетел из Красноярска в Москву. Пассажирке стало плохо. Бортпроводницы измерили давление 60/20. Экипаж пытался привести женщину в чувство кислородной маской и нашатырными салфетками, но становилось только хуже. Стюардесса стала искать врачей среди пассажиров. Первым на призыв о помощи откликнулся главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера Андрей Модестов. Следом подошли еще два врача, реаниматолог и стоматолог. Все они летели этим рейсом. Модестов дал пассажирке горячий чай, помассировал мочки ушей, пальцы рук и успокоил пациентку. Он говорит, обычно так реагируют те, кто боится летать. И вот что он посоветовал пассажирам. Тем, кто плохо переносит полеты, нужно перед полетом не быть обезвоженным, нужно употреблять достаточное количество жидкости. Вот какие-то брать с собой таблетки. Но, видимо, вот эта дама была не готова к этому.